Овощная лазанья. Натрите на терке помидоры. Баклажан очистите от шкурки и нарежьте кубиками. Измельчите в чопере лук и орехи. Нарубите мелко чеснок и листья базилика. Натрите на терке брынзу. Нарежьте лаваш. Обжарьте лук и чеснок до золотистости. Разделите его пополам. В одну часть лука добавьте помидоры, специи, соль и базилик. Тушите до выпаривания жидкости. В другую часть добавьте баклажаны. Обжарьте их до изменения цвета. Следом добавьте орехи. Хорошо перемешайте. Обмажьте форму маслом. Выложите на дно формы лист лаваша и смажьте томатным соусом. Следом выложите баклажаны с орехами. Следом лист лаваша, смазанный томатным соусом. На него слой брынзы. Продолжайте выкладывать слои по очередности. Блюдо с лазаньей оберните фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Приятного аппетита!